Регистрация права собственности, получение загранпаспорта, разрешение на строительство и еще больше тысячи услуг. Сегодня оформить необходимые документы можно во многофункциональных центрах. Число клиентов растет каждый месяц, говорят сотрудники МФЦ. Количество обращений по сравнению с прошлым годом увеличилось в разы. Дополнительно к нашим 17 окнам открыли еще 3 окна. И сейчас у нас на приеме работают уже 17 специалистов. Я думаю, что это позволит нам решить проблемы с очередями, которые присутствовали у нас в начале 2018 года. Потому что в соответствии со статистикой на 46% увеличилось число обратившихся к нам за период с января по май месяц. Новые рабочие места в МФЦ на Карла Маркса 37 уже оснащены всем необходимым и уже сегодня ведут прием граждан. В этом году в Березняках планируют открыть еще один филиал. Он станет третьим по счету. Центр госуслуг на 10 окон в этом году появится и в микрорайоне Любимов по адресу Строгановский бульвар, 18.